Ирина Елисеева, 24 года, по профессии главный государственный налоговый инспектор, по жизни левша. Блоху пока не подковала, а вот в вопросах денежных сборов подкует любого. Обладательница титула «Мисс налоговая инспекция». К тому же заядлая спортсменка. Мечтает, чтобы перед ней плясали не только налогоплательщики, но и все мужчины столицы. Поэтому в качестве социального проекта предлагает танцевальный марафон, чтобы привлечь внимание подростков не к пиву, а к хип-хопу. Движение – это жизнь. Поэтому я хочу, чтобы на всех открытых площадках Минска звучал девиз «Танцуют все».